Напоминаю тебе, что Христос жил 2000 лет назад, совершенно в другом народе, в другой культуре, где вино употребляли ежедневно, правда, его разбавляли и им дезинфицировали воду. Но об этом многие забывают. Поэтому, если ты хочешь сегодня потерять свою семью, взаимоотношения с близкими, разрушить свою карьеру, здоровье и укоротить себе лет жизни, конечно, ты можешь продолжать употреблять алкоголь. Но Библия и я настоятельно не рекомендуем тебе это делать. Утверждение некоторых христиан о полном запрете употребления вина в христианстве действительно напоминает исламскую практику, где алкоголь является категорически запрещенным. Однако такой радикальный подход не находит поддержки в Библии. Сам Иисус Христос превратил воду в вино на брачном пире в Кане Галилейской, как описано в Евангелии от Иоанна, подчеркивая не только значимость чуда, но и одобрение умеренного веселья. В Ветхом Завете вино рассматривается как дар Божий, приносящий радость человеку. Апостол Павел не запрещает употребление вина, он говорит о воздержании от пьянства, что является формой такого самоконтроля. В письме к христианам Ефеса он пишет следующее: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но наполняйтесь духом». Даже в письмах Тимофею Павел советует ему пить немного вина для здоровья, признавая лечебные свойства вина. Это указывает на различие между употреблением и злоупотреблением вина. Аргумент о культуре того времени не учитывает, что Писание выходит за рамки временных и культурных границ и обращается к универсальным принципам. Кроме того, если бы вино было абсолютно запрещено, тогда его бы не использовали в таинстве Евхаристии, которое является центральным в христианском богослужении и установлено самим Иисусом Христом. Очевидно, что в христианстве приемлемо умеренное и осознанное употребление вина, в отличие от безудержного опьянения, которое осуждается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Есть такое ошибочное мнение, что под вином в Библии подразумевается безалкогольный виноградный сок. Однако, если это было бы так, то предупреждение апостола Павла «не упивайтесь вином, в котором есть разврат» теряло бы смысл, ведь безалкогольный сок не может привести к опьянению. К тому же библейские тексты часто употребляют слово «вино» в контексте, который ясно указывает на его спиртные качества, например, когда упоминается возможность опьянения от вина. Таким образом, в контексте Библии вино было ферментированным напитком, употребление которого допустимо в разумных количествах. И необходимо также учитывать, что хотя умеренное употребление вина не запрещается в Библии, существует особая озабоченность по поводу лиц, подверженных зависимости от алкоголя. И вот для таких людей любое количество алкоголя может быть разрушительным, и Библия призывает к взаимной ответственности и любви к ближнему, чтобы не стать причиной соблазна для слабых людей. Так, для некоторых абсолютная трезвость может быть необходима и даже разумна, и это следует уважать как личное решение, направленное на духовное и физическое благополучие, а не распространять это все на всех абсолютно людей.